Практически весь доход по пенсионным накоплениям съедает инфляция. За 2021 год реальная доходность пенсионных активов составила всего 2,73%. Почему ЕНПФ и Нацбанк не могут обеспечить больший рост пенсионных вкладов населения? И что делать казахстанцам, чтобы не оказаться на пенсии в нищете, выясняла Людмила Бачкина. Венера Бекузина 20 лет работала в пенсионном фонде, но 4 года назад осознанно уволилась, несмотря на должность руководителя отдела и приличную зарплату. Даже имея на пенсионном счету 6 миллионов тенге, она поняла, что надеяться на пенсионный фонд нельзя. Она поменяла гражданство и забрала свои накопления. Я понимала, что мне до пенсии еще 12 лет, и за это время я могу эти деньги реально вложить в какие-то другие инструменты и заработать. Даже если бы я купила квартиру однокомнатную и сдавала бы ее в аренду. Это один вариант. Второй вариант, я понимала, что я могу создать свое имя за это время, вложить инвестиции в свой бренд. Вот. И тоже, наверное, заработать больше, чем я бы работала в наемном труде. В 2021 году вкладчики перечислили в ЕНПФ в 1,5 раза больше пенсионных взносов, чем годом раньше. На 1 января этого года на всех счетах вкладчиков было 13 триллионов тенге. Инвестиционный доход составил 11%, но 8,4% съела инфляция. То есть реальный доход вкладчиков составил всего 2,73%. Пенсионные системы во всем мире – это очень проблемная часть государственного регулирования. Дело в том, что пенсионные системы, они находятся под воздействием как внешних рисков, действующих за пределами страны, так и непосредственно внутренние риски экономики самой страны тоже влияют. Насколько мы знаем, все страны, ну как бы сказать, мучаются с этими пенсионными системами. Эти деньги очень плохо защищены от инфляции внутренней, от разного рода, опять же, кризисов. И никто еще не придумал универсальную схему, которая бы позволила все риски закрыть. Пенсионный фонд сам не инвестирует деньги вкладчиков. Ими управляет Нацбанк. И делает это неэффективно, считают экономисты. На протяжении всех лет, сколько управляет пенсионными активами Национальный банк, меньше всего интересует его развитие страны. Если бы он инвестировал деньги в реальный сектор экономики Казахстана, в инфраструктурные проекты и вообще в какие-то нуждающиеся у нас в стране программы и проекты, то я больше чем уверен, они бы могли обеспечить хорошую доходность. А они инвестируют эти деньги в ценные бумаги по всему миру, и в Латинскую Америку, и в Европу, и в Азию, и везде. Половину денег они инвестируют в государственные ценные бумаги, увеличивая внутренний долг и так далее. В результате мы имеем то, что имеем. По опросам, 95% молодежи вообще не думает о пенсии. А зря, говорят эксперты. Казахстанцам действительно нужно заботиться самим о своей жизни в старости. Как копить – дело индивидуальное. Одни превращают свои деньги в золото, другие вкладывают в акции и облигации, третьи складывают под матрас. Айдар Алибаев не рекомендует держать средства на депозитах в казахстанских банках. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.